Всем привет, меня зовут Инесса. Сегодня в этом видео я вам покажу, как построить плечевые изделия. Для этого нам понадобятся линейки, карандаши, сантиметровая лента. Чтобы узнать нам норму груди, нам необходимо сложить руки на груди и на вздохе со стороны спины от одной подмышечной впадины до другой подмышечной впадины сантиметровой лентой измерить нашу ширину спины в вздохе. Это и будет наша норма груди. К примеру, если у нас с вами получилось 51 сантиметр, то мы его делим на 10, это будет 5,1. Это будет наша с вами норма груди. Теперь мы приступим к построению самой конструкции. Проводим мы с вами произвольно вот так вот линию. Будет наш сгиб полочки. Чтобы нам построить горловину, мы 1,5 НГ откладываем. Чтобы нам получить натуральную величину, мы 1,5 умножим на НГ. Это если мы строим в натуральную величину. В данный момент мы просто отложим с вами 1,5 сантиметра. Мы вырисовываем вот такую вот горловину. Эту точку давайте назовем А1. От нее 1 НГ откладем вниз. Теперь мы в сторону проводим линию перпендикулярную к ней. Смотрите, если мы строим для женщины, то мы берем 3,5 НГ. Это будет для женщин. Если мы делаем с вами для мужчины, то берем 3,75 НГ. Это будет у нас для мужчины и для детской одежды. В сторону отложим 3,5 сантиметра, но при построении мы 3,5 сантиметра умножим на нашу 5,1. Теперь вверх мы проводим к ней линию. Данный наш участок 1,5 НГ мы поделим пополам. Проводим к ней линию. Теперь мы соединяем эту точку к этой точке, и у нас получится с вами линия плеча. Линия плеча у нас будет с вами 2,5 НГ. Можно уже нарисовать нашу пройму. Так, дальше теперь идем. Чтобы нам найти нашу линию груди, нам необходимо от этой точки отложить 2,5 НГ. Это будет наша линия груди. От нашей точки проймы строим 0,5. Чтобы найти нам коэффициент груди, мы получившуюся нашу 5,1 делим на 2. К примеру, это будет 2,6. Теперь пройму нашу берем 1,5 НГ. 1,5 НГ делаем в сторону. 1,5 НГ. Коэффициент наш будет, К будет 2,6. И выводим вот так вот мы с вами пройму. От проймы мы вниз откладываем линию. Это будет наше 4,5 умножить на норму роста. Получается, в данный момент мы с вами отложим 4,5 сантиметра. И это будет наш объем по кофточке. Теперь, чтобы нам найти центр груди, построить выточку, у нас здесь получилось 5,7. Мы 5,7 поделим пополам. Это будет наш центр груди. Теперь мы проводим с вами выточку. Выточка у нас получилась 2,6. В эту сторону мы тоже откладываем 2,6 через вот эту линию. Чтобы понимать, какие линии выкраивать, мы с вами обведем нашу с вами конструкцию. В общем, наша полочка с вами уже готова. Можно будет здесь подписать полочка. Полочка. Угу. Для того, чтобы нам построить спинку, мы точно так же
проводим линию. От этой линии, которую мы с вами нарисовали, проводим 1,5 НГ. 1,5 НГ. Здесь тоже надо написать. 1,5 НГ. Коэффициент К наш одну клеточку вверх. Это 0,5 миллиметров. Мы проводим вверх. И соединяем, это будет наша горловина по спинке. Используйте лекалы, специальные линейки, чтобы линия у вас была красивая. Теперь от точки А9, давайте ее назовем, мы откладываем 2 сантиметра. 2 сантиметра это будет 2 умноженное на НГ. Получается 2 мы умножим на 5,1 на нашу норму груди и получим необходимую величину. И проводим к ней перпендикуляр. Опять у нас получается 3,75 умноженное на НГ. Это будет для женщин. И 4 НГ. 4 умноженное на НГ. Это будет мужское и детское. Строим для женщины. Мы отложим 3,75. Угу. От нее мы проводим линию вверх. Получается, от точки А9 мы проводим вот такой вот параллель. От нее мы будем строить нашу линию плеча. У нас будет 2,75 умноженное на НГ, но лучше я вам советую измерить свою ширину плеча и отложить ее здесь. Ну а так, сейчас мы отложим с вами 2,75, провести линию, чтобы они пересеклись. Вот эту точку мы назовем с вами P6, и уже можно вот нарисовать вот такую вот пройму. Чтобы нам построить выточку, мы с вами 2,75 поделим пополам. Если у вас средний объем руки, то вниз откладываем 1,5 НГ. 1,5 НГ. 1,25 НГ. Это если у вас объем руки маленький, 1,5, если он средний, 1,75 НГ. Если объем руки большой, 1,5 вот сюда вниз и 1,5 вот сюда вот в бок, влево откладываем 1,5 НГ. И выводим нашу пройму. Четыре с половиной нормы роста. В эту сторону мы тоже отложим 4,5 нормы роста. Про выточку забыла вам сказать. Получается, 1,5 нормы роста мы откладываем, 1,5 умноженное на норму роста. И теперь коэффициент К мы делим пополам и в две стороны отложим. Получается, вот это будет наша К. К мы поделим на 2. И 1,5 НГ мы отложим во все четыре стороны. Получается, у нас радиус будет по 1,5 НГ. 1,5 умноженное на НГ. Проводим вот такой вот круг. Такой вот радиус. Если у вас есть циркуль, то используйте циркуль. Получается, все это у нас будет 1,5 НГ по радиусу. От линии, которая касается вот здесь внизу, от точки соприкосновения с этой линией, мы проводим вот такую вот линию. Подпускаем вот такой вот перпендикуляр. Этот участок будет 1,5 НГ. 1,5 НГ. Этот участок тоже будет 1,5 НГ. И теперь мы в сторону еще отложим вот сюда вот влево 1,5 НГ. И вправо от этой точки еще 1,5 НГ. Еще 1,5 НГ, и здесь напишем 1,5 НГ. Получается, вот это все это у нас будет обхват руки.
обхват руки. Теперь от этой точки мы сюда в сторону откладываем 5 мм. 0,5 мм это будет наша К. И в другую сторону откладываем 0,5, это тоже будет наша К. Наша К. В натуральной величине мы отложим наши там 2,5, 2,1, то у кого что получилось. Откладываем линию. Три нормы роста. Получается 3 мы умножим на норму роста. От этой точки К мы вверх делаем К и рисуем вот такой вот маленький квадратик. Это будет наша К. К, 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 К. Одна клеточка, это будет наша К. И от этой клеточки, от верхней точки, мы вниз откладываем 3 нормы роста. Нормы роста самые популярные я оставлю у себя в описании, так что захотите, читайте. Теперь эти точки мы соединяем. И осталось нам нарисовать только кат рукава. Получается, вот здесь вот мы отложим кат зеленое на 2. Зеленое на 2. Вот пол клеточки мы сюда откладываем. Проводим мы через эту точку и ведем к нашей К. Ведем к нашей К. И с этой стороны мы ведем вот к этой точке. И наш рукав. ВКонтакте я сохраню для вас эту картинку. Вот так вот выглядит табличка нормы роста. Это идет наш рост. Например, мой рост составляет 167 сантиметров. Получается, норма роста моего будет 5,2. И вот в этом случае 4,5 я умножу на 5,2. Ну, это я вам говорю для того, чтобы было вам понятно. Поэтому популярные роста внизу под описанием. Желаю вам легкого конструирования и всем пока-пока!